Теола. Неликс здесь. Я вижу, что кого самонит. Санте и Матиол. Все. Все остальные тут. Ты Матиола. Санте тут, Матиол. Все тут. И два слота. Все там стакается. Бля, нужно этого робота убивать, пока мира нету. Почему? Почему убивать мира? Ну потому что этот петух Т5 зарулит. Ну, этот, печеньку. Ну ладно, короче, как поехали. За ролю я и чего? Я скажу слово на все. 150 же усилкова, да, Валис? Да. Хилять. Блять, может поближе к выходу? Чтобы если МК там, так как-нибудь выкинуть. Вы ты чё, типа силу почувствовал? Пошел в соло танч? В одного моба в чарже. Лёх, поставь групп лут. Там сейчас. Знак или Дарья в трэше ещё. Сила про товара чаржится в одного моба. Это был тремор, да, Полин? Угу. Мобы под меня уже... Шо, мы сегодня тестим Анхоли ДК и... Протопала, который, не знаю, этот Варкан Резист собранный. Сейчас отъедет половина рейда. Чё, ты заметил уже, что я всё Варкан перебил? Так нет, я помню, мы вчера на этом типа остановились. То, что Кават делает, ну, забивается Варкан. Да, а этот алоэ делает себе анхолика. Ну да, плюс я еще все варкан. А у тебя кожевка есть? Я сегодня изучился, кожевку взял. Ну у тебя еще алхимка, да, есть? Да. И что? Этот, и пеструн, да? Не, у меня его нет. Ну что, отъехал Рея? Конечно. Не, ну без струна, типа, ты не такой. Эрсам, это крутые. Вот, вот. Даже у меня есть пеструн. Вот, пародили на своего спикера. Или нет, а погоди. По-моему, я забирал. Вот видишь, на ваших успехах есть, у меня даже нет. Только забирал, забирал. Помнишь, что Делюкс с тобой ругал свой любимый? Нет, там я в итоге его и не забрал вроде. А, Делюкс его отжал. Хз, как он называется? Тон. Это тринка. Пистон с херного бота. Нет. Пеструн, ну не пеструн, пистон, да. Пеструн! Пеструн, блядь! Нет, у него нету. Пеструн! Как бы сказал этот, Сантей петух. Типа, блять, а до этого вы не слышали, я говорил Петру, не? Лично я нет, вот первый раз услышал. Неадекватная сова. Петру. Бля, пинг, пиздец. Хуй знает как. Типа, мы еще угорали очень давно над этим. Что пистон с кронобота выпал. Читать надо. Где на название? Блин, не нужно же. Я пыталась. Я знаю. Почему-то фарадов контроль не беру. Вагу тоже.
Жужик, я пыталась. Я знаю, что ты не опыт. Жужик тебя в ЧС дал. Не добавил. Ты у него все души отсосала. Ничего не добавил. Этот что ли какой-нибудь? Дементор из Гарри Поттера. Евка, ты же понимаешь, что у Фарада айсблок есть, у меня... А ты вот не спасешься никак. Альт-Ф4. Персонаж-то будет стоять еще порядка секунд 30. А я, блядь, гениальный, короче, мув. Нужно сразу открывать второе окно и типа там почти логиниться. Я жму на одном окне Альт-Ф4, на другом автоматически логинюсь. И типа сразу персонажа же выкидывает. Ну этот трэш вообще скипнуть можно было, не знаю, зачем вы били. Не, ну народ, гениальная же идея, нет? Это про товар. Появишься сразу трупом, потому что выйдешь в комбате. Нет, в комбате, если выходишь, трупом не появляешься. Здесь такого нету. Вот чем бьет про товар теперь. Однокнопочный. Но тут все равно скилл надо. Зато теперь агро могу держать сам. Сука, кровотечение не работает. Что ты можешь там? Очко, блядь. Нарадовался. Ай, блядь, прикинь, кровотечение не работает. Да, на форуме напиши просто и все, и сразу эту хуйню починят. На нем, на этих, на големах. На механизмах не работает. Говно, блядь. Роги тоже самое. На рубль видел? Что? Аркан Майк, да. Я тут же не прожимался, нихуя. Бля, вот он, короче, мы на него изначально намекали, что надо в Аркан Рези забиваться. О, видишь? Нет, а когда намекали? Когда Ока только открыли. Танков не шотал. Видишь, живу спокойно вообще. Что? Можете перезарядку не сбивать моему. Тебя чуть ебало там не отвалилось один раз, когда мы не шоу. Пополам не треснуло, да? Ну вот забери, проверь. Чуть челюсть не отпала. Не, не стану, зачем, блин, там Фарада же. Самый минус Вара в том, что чтобы у него вот. Давайте стопнем и посмотрим, шокинг тебя не стыд или нет. Да, это не тот моб. Не сбивайте газ. Это не тот моб. Самое минус Вара в том, что он прот. Золотые слова. Смотри, сейчас того возьму мобом. Блять, этот вагон зашел. Давайте смотрим, смотрим. Ну, блядь, какое-то тело. Да там просто абсорб, наверное, был. Ага, блядь. Там 180 тысяч, да, прилетает? О, ревностный. Ревностный. Меня не пробивает, ребят. Разговоров-то был. Зубы уже кто-то съел. Сейчас это я еще рывок дам. Помянем. Опа. 50 на 50 что ли было? Нет, это минус 30, это про товара было. Талант читал? Вообще, про товара такой. Блин, делать нечего, таланты про товары читать. Вот, охрана, видишь? Охрана, встает охрана. Это. Смотрите, не откидите. А, что ты... надо, мне попробовать. Блин, а вчера же не было этого трэш. Резнулся. Ой. Ну так нет, типа, смотри, мы были днем. Да. Где-то часа, наверное, в 3 сюда пришли. Или даже где-то 2:30. И потом пришли сюда где-то 6:30. Трэша не было. И ты такой долгий респаун. Там Дезерон сделал 3 часа. Что говоришь, мол? 4. На сурке в ШД был? Нет, я в комбате побегал. Не, я сейчас в комбате. Я просто хотел посмотреть, сколько он ШД дальше.
Просто жаловались, что в туннелях очень быстро резается. Ну, через 3 часа. Или они его чистят опять. Может, и в комнатах дольше. Я на роботе проверю на следующий кадр. Там лучше будет. Я безумно поранена. А зачем тут больше? Не, пианист, но под эту хуйню ты точно не выживешь. Какого? Ну там вот этот, который механик увеличивает урона. Так. Я сам дам. Ну там забанили. Этот по трэшу сделали вроде это. Ёбаный свет. Чё ты делаешь? Так мобы побежали в рейд. Нахуя? Не знаю. Кто сагрил? Я хотел их остановить, но не смог. Ладно, двоих потанчу. Детка, беги. А как тебе прот вар погиб? Да, так, возможно? Да блять, вы можете одного убить? У которого меньше хп. Ну что ты еще ударил по мне? Под вот этим лучиком. О, спасибо, что живой. Лена там что-то по чарам заходит. Короче, робота ОК-обычка надо потанчить. И Халёна. Лёха, забери. Да чё, блядь, где танки? Ты один. Блин. Хоть бы за контролем моба стоит. Контроль. Рома народ бьет. Контролит. На хила бежит механик. Пусти с бана. Блять, я себе налил какао и только сейчас понял, что оно тут. Ну, опять кидаешь бан по этому же, и он скидывается. То есть, кого ты забанил, ты ему же 5 даешь каст бана. Спадает. Ну, Фарад локом играет и не знает. Где там калатка? Либо бан на другого, например, дать тоже. А, он уже зашел. Говорю, здесь уже... Хават, у меня агро больше, чем у протопала. Пойду чай налью. Шиши. 3 раза больше. Лёх пришёл. Если Хават пришёл. Лёх, дай каску, чё я трэш без каски? Посмотри, сколько хп. Всех порез. Блять. Сколько ты говоришь, я спустрешь? 3 часа? Сутки в комнате. Засекаю сутки, короче. В этих переходах там 3-4. Погнали дальше. Лёх, дай каску. Я дальнего возьму, кристаллизованного. Во, 35 700 хватит же, да?
сука. Он же, блядь, не восприимчив. Че, урон в сапрот ушло, не понял? Да, ой. У меня частота смены кадров хуёвая, а, блядь, пинг заебись. А вчера у многих был пинг, когда была перезарядка у босса? Нету пинга, у меня типа всё заебись, но частота смены кадров хуёвая. Про товар, блядь, спасай. Чем может частота смены кадров связана, блядь? Это от компьютера процесс. Процесс может греется. Ну такое раньше было, если такого раньше не было, заходи в диспетчер задачи, включай все левое. Все кроме Вова. Может перезагрузить комп? И раньше просто по не было, что там, блядь, сейчас вот просто два кадра все. А задержка 20. Пинга нет. Кстати, Леха кислый куда пропал? Я не писал. Че, он тебе бабки должен? Да нет, он обычно анекдоты рассказывает. Скучно стало в рейдах, Мозер? А? Скучно стало в рейдах, Мозер? Суманить... Да нет. Кого-то суманить, я пока что ребутнусь. Давайте нас... на АФК. Девки готовили бим. На то, что АФК. Ладно, давайте этих двух мобов добьем. Это кузнеца, не баньте. Ты прессишь? Течение вешу. Так, надо подключить запись. Ты кровотечение повешал, забрал бы этого моба? Че он хоть его убьет? Ну, забери большого тебя. Я тебе дубл надали. А сколько у тебя сапрота сейчас? Как будто лицо сломать. Влад, сколько сапрота сейчас напротив? Так, я ж голову не чарил, только какой-то ущерб. Тайный, ой, темной магии. Тайная. Темный. Ну вот чисто сапрот 180. Что? Чисто сапрот. А, стоп. В чем тайный, да? Тайная, да. Самая верная. Самая первая. Ну, 180. Так что 180? Чисто сапрот и все. Ну это амбал. Чарка на запах. Чарка на запах, это надо качать профу. А у тебя нету профа? Нет. Та-да-да-да. Нет, как этот. Да-да-да-да-да. Ну я и хотел это сделать, но мне это... Нет. Как хорошо, что я, блядь, сегодня качнул проф и все сделал, да? На Деда Мороза надейся, а сам не плашай. А я говорил, что я ее даже не качну, и вчера, что у меня ее нет. Дедушка, я хорошо себя вела в этом году. А трикет у тебя есть этот или нет? Я тоже говорил, что его нет. Кстати, у меня наркан 255. Шутите? Мне придется босса танчить. Хуёво. Что у тебя не сап это резиста по аркану? 400 почти. Почти 400.
Ну это без тринкета. С тринкета вот дальше. Ну блять, что тринкет еще был. Так, а Лёша, на... где мы стоим? С клыком 700 почти. Где мы стоим? Там 10 секунд. Вот у меня все есть, как... но блин, я лагаю. Ты из Беларуси? Я? Нет, я с Казахстана. Ну вот, у нас, блядь, мегалайнцы. Вообще, он так просаживается из этого карантина. А про товары надейся, а сам не хватает. Я сейчас с пингом 300 играю, у меня, блядь, задержка потери пакетов. Каждый второй идет. У меня 1900 пинг. О, я третий по ДПСу. Это с какого города? А? С какого города? Со столицы. ДПС про товара, блядь. А? Со столицы. У нас две столицы. Именно. А? Плохо слышу. Какой именно? Какой из двух столиц? Лагает у него. Столица, черт. Видели ДПС про товара настоящего? А может просто никто не дамажил? Просто третий по ДПС. Зарефлектил перезарядку, ну красавчик. Ну, че уж сказать-то, ёпта. 10 раз. Вот. А. Ты мне чай сделал? Да. Чё сделал? О, чая. Ну да. Давай. Так. Какой чай-то? Ну ты за чаем пошёл? Я тебе написала, говорю, чай не сделал. Я не видел. Вот так вот. Ну у меня тут где-то есть этот. Че, вот, есть время немного пообхашить? Включу вот графику. Ой, не то. Да, ну народ, давай мне чаю. Зеленого, пожалуйста. Вот, смотри сейчас на моего протовара. Прям сейчас на голове аж кое-что появится. А ну пока тебя не заходит, я отойду. Ты знаешь, это похоже, похоже на... Как там профессия? У кулинарки тоже есть. Короче, буду... Называется, да? Кстати, щит в цвет с этим. Плечи только не те. У меня топовый щит, смотри, какой красивый. Кстати, прости, когда же за щитом пойдем? Даже не знаю. Надо собрать. Пробуем, да. Что будет после рейда, если что. Это горящий щит, да, вот этот? Пылающий щит какой-то там, да? Это, да. Раскрутить 25-ка. Так, а. Короче. Велики будут бегать кругами. РДД будут херачить боссом. Так что если РДД дает меньше 20-ки, это стыд. Я на боссе. Коват. Будешь сферы лопать. 3 минуты есть? Ну, уже прогружаюсь. Ну. Все остальные в точке одной стоят и хер. Я нужен в рейде. Вообще лагает. Сейчас скорее всего поменять. Но народ будет бегать сферы ловить. Кто тут не был? Матеоло, ты? Кто еще? Сядь, ты был? Не помню. Вот смотрите, короче. Подожди. Дайте промоутеру. Я сейчас поднял, так что не спеши объяснить. Все равно пусть в курсе будут. Я отойду минуту. Мы все равно пока ничего не делаем, а мне рассказать несложно. Вкратце, типа, что вообще за хуйня тут происходит. Ассиста только дайте. У кого это? Жена, дай ассиста. Я сейчас с другого компа зайду. Жену, Эйон. Жужин. Ассист, дай, пожалуйста.
Ладно, вы его обижаете, еще ассиста просите, не стыдно? На другой ком, короче, я пошел. Спасибо. Короче, смотрите. Вот ставлю крестик, да? Вон слева, видите? Типа, генератор, так скажем, сферок. Напротив, ну, напротив другой комнаты, такой же, ну, как бы, генератор. И по центру, там вот за боссом, такой же генератор. Вот, где квадратик. Типа, вообще, смотрите, ну, если будем, если я правильно понимаю, сейчас все РДД, все стоят в центре, ну, РДД, хилы, а босса будут водить, вот поэтому... Неправильно ты понимаешь. По-другому хотите делать? Да, будет по-другому. В общем, ладно, не суть. Суть в том, то, что вот из этих вот крестик, квадратик, справа такой же генератор, оттуда будут появляться три сферы. И получается, что делать с этими сферами? Они, смотрите, эти три сферы выбирают рандомного человека, ну, соответственно, каждая сфера рандомного человека, и преследуют этого человека. Если кто-то в эту сферу войдет, то этому человеку нанесется урон и всему рейду. И на весь рейд закинется дебаф на 10 секунд. Типа как сверхновая, ну, типа как дебаф на, от сверхновой на Аларе. И получается, эти сферы как бы нужно взрывать, да, по там, не знаю, по-разному. Там, либо сразу две, либо одну. В общем, нельзя сразу три бахать, чтобы стаков не было. И если, например, на вас сфера, вам нужно будет выбегать из рейда так, чтобы эта потом сфера не пошла через рейд. На стриме весь рейд бегал. Либо просто сейчас это. И третью они взрывали тогда, когда стаки спали. Чтобы больно не было рейда. Мне проще ссылку дать, то, что я вчера записывалась. Там Саша, по-моему, скидывал, а нет, вру, Кабат, видео с рейдов. Вот там, посмотрите эту запись стрима. Убийственный момент. Видео с рейдов, повторю. Чё, босс будет так же, как у них водиться? Да. Типа по дальнему рунжу, что ли? Да. Ну тут через середину круга, типа вторым кругом, получается, вот тут. Как кольцом олимпийским, грубо говоря. Зачем по большому? Ты не понял, они через середину круга вот так ведут и по одному краю, понял? Они водят так на второй фазе, для того, чтобы лужи раскладывать дальше от рейда. Короче, не парься, сейчас все объясню. Так он у них так же и на первый был. Цветомузыка. Прогружаюсь. Ты себе резисты собрал? Лёх. Что? Резисты все себе сделал? В плане все. Что возможно, то сделал. Ну как, голова, плащ, зап и щит. Да, я все сделал. Чё, мы в 5 слов? Я не знаю. Решил нам... подстраховаться. Нам бы хули пало. Лёша, дай нам 6-го хила. Он Денчик в онлайне. Слабый, что ли? Блять, мы танка проебём. Мы не слабые, но себя усиливаем. Нравится, блядь? Танка проебётся-то. Я буду жить. Надеюсь. Если не буду жить, значит все печально. Гена, тебе не придется в реестр друзей. Потому что мне давать. Ты-ка тут хилить нехуй.
Не проебите. Если вы мне не кинете сейф, я сдохну. Если я сдохну, будет будет ваше. Если ты сдохнешь, то вайп. Давай попробуем. Так, да. Все, я прослушаю, дайте по мне сумончик, дайте. Я в 3-5. Дальше. Кирсон, все нормально, не лагает? Чего? О, свет появился. Сядет, идешь. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Так, алоэ здесь? Лагает? Нет. Да, походу так же лагает. Что-то лагает, скажешь. Хорошо. Дальше. Дар, ты здесь? Флакер, ты тут? Сейчас напишу ему. Сейчас он будет. Я продорпала. 1-2 минуты. Чего тут заметки вставляли? Ай. Между делом адмирала-то уже нету. Ты правильно ставил. Нету да нет. Ну, я имею в виду, что он, видимо, рефракнулся. Наоборот, хорошо. Да, ничего хорошего нету. Человек что, занимался полезным делом. Писал ДБМ, исправлял его. Вот, как бы, какой смысл тут, ну, переставать было? У нас вроде рейды, они, блядь, написание кода на... Какая польза вредит? Я тут, мне кем идти? ДБМ он делал для всех, это очень большая польза, никто кроме него этим не занимался. Рестор шоу. Да задница тут ДБМ, скажи, где тут ДБМ? Откуда я знаю, кто им пользуется? Причем именно здесь, он вообще на боссов делал ДБМ. Нахуя тебе ДБМ? Бля, а нахуя на Аларе нам нужен был ДБМ, вот правда. А вот нихуя не было ДБМ. Я вообще не смотрю, у меня... Блядь, хуй с этим ДБМ, очень полезно было, он линковал обилки босса, можно было посмотреть обилки, понять, что будет происходить на боссе, как минимум. Не пойму. Я тебе говорю, не надо мне тут, блядь, человек, который, блядь, ходит с другой гильдии и вешает КД. Тим, я не знаю. Это то же самое, что, блядь, сейчас... Лёш, там и... Тимур спрашивает, кем ему? Да, блядь, пошла бы с другой гильдии, повешала бы себе КД. Ой, ладно, похуй, давайте, мы не пришли сюда этого адмирала обсуждать. Лёш, Тимур спрашивает, ему кем? Старсамани. Блядь, тогда его закинь. Щенков. На готовность. Фу, не на готовность, на присутствие. Сейчас я для себя метки поставлю. Неликс, бабу. Все тут, можешь это Сережа, рассказывать. Сережа тебя сумонит? Да. Да, я себе метки. Все стоят в куче. Чень. Полностью все.
Бьют босс. Босс бежит на перезарядку, все бегут за босс. Вроде не сложно. Там хилимся, там бьем босс. Дальше, по поводу танка. По поводу танка. Палат. По поводу тебя. Ты с левой стороны. Вот здесь сверка будет. Я знаю, где, я понял. Слева и центрально. Вот, ты левую сверху сразу. И центральную бегу смотреть, когда дебаф спадет. Потом центральную, по спадению дебаф. Народ, народ, взрываешь правую. Которая будет вот здесь. Которая вот здесь будет, взрываешь эту сразу. Я это лайфхак придумал. Боже, бежишь в рейд, хилишься и потом снова пойдешь. Так, дальше. Кто? Народ. Ну смотри, мне проще отправить кота, который будет бегать за боссами, нихуя не давать ДПС. Или мне проще отправить, там не знаю, кого? Войда. Так вот хоть броню будет на боссе бегать резать. Блять, ну пусть дамажит, давай я побегаю, подрываю. Да при чем тут ты? Типа, сова стоит на месте, ДПС дает. Кот бегает, блять, и половину ДПСа проебывает. Тебе сложно просто одну сверху взрывать, скажи. Ты пришел босса убивать? Ну, блин, давай убьем босса. Повзрывай одну ебучую сверху. Монород, тут дело в том, что надо их одновременно две взрывать, а третью уже по скидыванию дебафа. Просто задача взрывать сверху, все. Тебе больше на этом боссе нихуя вообще не требуется. Чтобы убить этого босса. Даю проверку. Бафа. Дайте вопрос. Кресты, пожалуйста, кто-то. По шаману. Все лес печеньки, чё вы туда? Я обрел вылетел. Я захожу. Рыбу поставил. Дальше по этим. Блять, короче, смотри, кола. Через 4 коста на боссе вот этого тяжкого удара. Во время коста на 5-й каст даешь мне длань жертвы. Там она как раз сработает на 2, получается, коста. Пройдет, получается, 6-й, 7-й каст. Дальше Элбрил дашь мне зубы. Ты анонсил сам? Блять, ну... Я-то про анонс. Короче, я даю, там... когда на тебе 4 стака, и во время коста даю тебе лайк. Да, во время 5-го на 6-й. Во время 7-го Элбрил даешь мне зубы. То есть 7 стаков на мне, 6 стаков на мне, на 7-й стак даешь мне. За пару секунд озвучивай, что тебе зубы, и через секунду, ну там, грубо говоря, на тебе будут. Там каст идет 7 секунд, ну окей, я прав. Косноязычие, нет? Не работает на него? Потестите, кстати, его. Мана же есть. Так, вроде каст 2,5 секунды идет. Киньте, типа... Попробуйте косноязычие. Попробуйте. Дальше это. Мало что ты зубы дашь. Мало что ты зубы дашь еще купу. Вместе с зубами? Ну да, последняя. Нет, на 7-ю даем зубы, купол будет потом, правильно? Ну нет, ты сразу даешь и зубы, и купол. Только тебе нужно будет подойти к нему. Понятно. Ну чтобы купол доставался. Имею в виду, зубы висят 8 секунд. Ну я понимаю. Купол зубами стакает. Правильно? Правильно. Или не стакает? Не знаю, я не проверял. Стакается по-любому. Не я.
Неликс, Фарада, не хватает. Так, короче, водить буду. Уйдет на перезарядку. Все дружненько, кучно становимся за босса. Все дружненько, кучно становимся за босса. И это, и ДПС. На первом этапе. Геру на первый же, да? Лучше на вторую. Не, лучше на первую. На первую даем Геру. Почему? Потому что на второй, если будет достаточно хороший ДПС, на второй будет меньше тяжких ударов, на второй мы можем перевести, если будет хороший ДПС сейчас у вас. Дальше. Сейчас сферки две сразу взрываете, и мы смотрим, кто дохнет, кто не дохнет, кому надо усилки закинуть дальше в ХП, кому не надо. Плюс абсорб рейдок при пуле босса уже должен быть.